дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня я хочу поздравить всех, кто учится, неважно где. Я поздравляю вас с началом нового учебного года. Может быть, он у вас, правда, еще не начался, и тогда у вас есть еще отсрочка, но я все равно хочу поздравить всех с этим событием. Я желаю вам, чтобы этот учебный год у вас прошел хорошо. Если у вас экзамены, переходные классы, я надеюсь, что вы все хорошо сдадите, все пройдете. Тем же, кто сейчас учится в старших классах, возможно, это именно ты, я желаю тебе удачи, не беспокойся, все ты сможешь сдать, все экзамены, все те ужасы, которые называются контрольными, зачетами, сессиями. Ты не бойся, все будет хорошо, ты все сможешь. И я в тебе даже не сомневаюсь. Так что я вас поздравляю с этим праздником, желаю удачи в учебном году. Надеюсь, что учеба не лишит вас совсем нашей любимой с вами игрушки или же какой-то другой любимой вам и вашей игры. И я надеюсь, вы справитесь со всеми школьными трудностями, которые будут с вами происходить в этом году. Или лучше, чтобы их вообще не было. Так что я очень хочу, чтобы у вас все было хорошо. Поздравляю вас еще раз. Ребята, крепитесь, удачи, я в вас верю. А на этом все. Такое коротенькое поздравление. И я с вами прощаюсь. Так что не обессудьте, но мне очень захотелось вас поддержать на этом тяжелом школьном учебном пути. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также выращивать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И не бойтесь учиться.